Всем привет, с вами Вастей, и сегодня будем делать обзор на игрока Макси. Первый момент, заходит в яму. Ну, вроде пока нормально, да? Видит через стену плент лежащий, пишет плент респ с этим. Ну, инфа, я думаю, вы понимаете откуда. Естественно, от прозрачных стен. Второй момент. Этот же раунд. Смотрим, как он будет выцеливать с модели. Стоит, ждет. Оп, видел, выстрелил. И тут не попал. Ну ладно, дебил есть дебил. Ну, нас этот момент больше интересует без ВХ. Там мы смотрим его. Смотрим. Вообще модель не было видно. Он взял выстрел просто в пол, ровно в модели. Ну это нормально. ВХ решает. Так, следующий у нас момент у нас будет аж 20.05. Вот. Сразу ВХ включу, чтобы вы видели. Уходит он на зигу. Видит модель. Оп. Навел, выстрелил на нее. Модель потом вышла, и он начинает дальше стрелять. Ну, типа, не, пацаны, я же не палюсь, вы же знаете. Ну, естественно, дальше потом ровненько так через ящик прошивает. Последний момент у нас будет. 22.48. Он больше всех нравится. Заходит в перемычку. Хлеблюльку летит, видите, да? Справа вот модель, да? И он сразу прицелом тупо на ее выход, короче, навел. Но инфа была, что в подвале люди. Потом, когда с подвала начали выходить, он прицел вниз перевел. Ну, естественно, не попал. Это же не знаю, как он не попал. Ну, криворукость зашкаливает, конечно. Тут то же самое.